В Старомосколе начали подачу тепла. К отопительной системе уже подключили детские сады, школы и больницы. В течение 2 дней тепло поступит в остальные учреждения социальной сферы. В многоэтажках батареи начнут нагреваться с 23 сентября. Подготовка к отопительному сезону завершена, сообщил сегодня Андрей Чесноков. Общая стоимость ремонтных работ, по словам главы администрации, составила около 200 миллионов рублей.